Бонинг, всем привет! Сейчас мы пойдем на дыхательную практику вон туда, в горы. С пляжа сейчас переоденемся и пойдем прямиком. Полезем вот прямо туда. Будем учиться дышать маткой. Мы будем просто на самом деле делать дыхательные практики с нашим преподавателем по йоге. Там на смотровой площадке, там наверху, в горах. Будет, я думаю, здорово. Все лезут в гору, я осталась внизу. Я не хочу лезть в гору. Мне кажется, это немножко опасно для меня. Почти дошли. Остальные идут по другому пути. Я не хотела там залезать, как я уже показала. Поэтому пошли здесь. Осталось чуть-чуть. Мы поднялись. Тут даже есть подобие ступенек. Марс. Все, мы забрались. Вот такой вот видок. Митя. А вот мы на ужине после практик. Это моя любимая долма. Все с рисом. Чечевичный суп. А еще сейчас мне принесут вегетарианский бургер. Да, и мне чечевичный суп. С теплом, помидоры, подарок. И лепешку с лимоном тоже. Идеально. Всем привет. Morning. Сегодня у нас пасмурно. Да, это редкость большая. Уже 5 вечера, но мы вышли не из-за того, что пасмурно было. Хотя я утром заходил на море. Я вчера съел не очень хорошее мороженое после 10 минут. Произошли очень плохие вещи с моим организмом. Но с утра я сходил, помедитировал, и сейчас чувствую себя уже великолепно. А ночью я уже не мог спать. По ощущениям температура где-то 39. Да, была температура у него, был горячий. Но его, конечно же, вылечила не только медитация, а что еще рассказывать? Кришна. А еще? Настенька моя любимая. А как? Вот так, да. Да ты должен был сказать изначально, господи. Ну, в общем, вот так. Все, он ожил, мы идем. Сегодня... Чтобы окончательно оздоровиться, мне нужно срезать волосы. Ну, вот, идем сейчас. Да, запомните его вот таким. Потому что в волосах накапливается негативная энергия. А когда вы хвораете, если вы хотите как можно быстрее оздоровиться, то желательно пойти посмотреть. Вот она, наша парикмахерская. Пойдем, Митя. Заходи. А там занято. Мы посидим там. Пожалуйста, как вам такой сервис? Нам вынесли два стула, потому что внутри воняет очень-очень жестко. Чем? Марихуаной. Гашишом. Нам вынесли телек. Телек, но не включили. Просто парикмахерская. Сидим, ждем. Там все занято. Два парикмахера, два клиента. А вот мой Хабиб, который у меня в прошлый раз стриг. Мечка стригут, а там какая-то жесткая разборка. Кому-то что-то не понравилось. Вот он подстриженный. Покрутись. Меня подстригли, мне сделали бороду. Мне из носа повыщипывали. Мне поджигали уши. Мне какие-то маски делали еще. И массаж мне делали. И все это было 112 в рублях. 50 фунтов. 50 фунтов. Но ты дал ему на чай 100%. 50 фунтов. Да. Итого 100. Вот такой красивый. Вы просто посмотрите, какой красивый. И получается, что это заняло около 2 часов. В прошлый раз час, по-моему, он. Угу. А сейчас он так долго делал, я решил ему 50 фунтов поставить. Молодец. Пришли либо кайфовать на пляже. Мы собирались кофе для рифа. Тут до него путь нужно достаточное время, наверное, на этом пляже. Но что-то мне стало страшно, я не особо хороший пловец.
Я только вообще недавно научилась плавать очками и выдыхать под водой. У меня был очень сильный страх воды. Вот. И поэтому сегодня что-то у меня снова напал страх, и мы решили не плыть далеко и вернуться. Вот такие дела. Всем морнинг, друзья! Морнинг! Сегодня мы идем на утреннюю йогу. Сегодня она впервые не вечером, а в 10 утра. Ну, да, конечно, и утренняя получается. Это еще утро. И, соответственно, еще, кстати, Египет сегодня перевел время на летнее. И сейчас, получается, он добавил плюс один час. И мы живем сейчас по московскому времени, получается. Ура! Мне типа пофигу на это. Я, как обычно, живу по старому. Нет. Это тон правда. Митя после йоги всегда начинает что-то вытворять. Развивать баланс. Сегодня у нашего соседа день рождения. И мы идем его поздравлять. Это не просто сосед. Это человек, с которым мы познакомились в Турции еще в 21-м году. Да, наш друг. В Анталии, на Каньялке, в одном хостеле. Сейчас он у меня увидел ВКонтакте рекламу на Ютубе по поводу квартиры в Египте и спросил, где я сейчас, что за квартира. Я сказал, что это реклама квартир в Кургане. Посоветовал ему в Дахаб приехать. Вот он приехал в Дахаб. Через месяц они с супругой уезжают в Аргентину, а сегодня у него день рождения 39 лет. И мы купили ему наши, мы очень любим эти восточные сладости, и просто как презент. Символически. Да, символически мы решили сейчас его подарить. Я думаю, ему будет приятно. Женя, ты спишь? Нет. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Днем рождения, мистер Женя, днем рождения тебе. Спасибо. Подходите. Пошли к шампанского пива. Какое шампанское? Мы не по этому. Заготовки для наших любимых козочек и овечек. Хочешь? Хотите кормить? Что? Давайте. Соседи теперь будут тоже кормить. Наших друзей. А это овцы или козы? Это овца, это козлики. Всех благодарим за просмотр. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Срочно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня вечером у нас отправление в Санкан. То видео давай, что старое, пойдем. Иди сюда. Всем спасибо за просмотр. Да нет, я имею в виду, просто говорю, сегодня мы отправляемся. Крыша поехала. А сегодня мы отправляемся куда, Митечка? Следующий выпуск будет у нас про восхождение на гору Моисей. Сегодня вечером мы туда отправляемся и будем сжигать всю свою негативную карму. Ведь согласно Писанию, встретив там рассвет, прощаются все грехи. Всем мира, добра, благополучия. Пока! Харибол!